Ваша задача была снять правильно мерки и выполнить небольшой анализ фигуры. Какой анализ фигуры? Нужно было указать, у кого какой тип, верхний тип или нижний тип. С этой задачей справились почти все, можно сказать. Следующее, нужно было указать, за счет чего у вас получается верхний тип или за счет чего получается нижний тип. Как я уже говорила, это 6 выступающих частей: грудь, таль, грудь, живот, лопатки, ягодицы, узкие бедра и широкие бедра. Вот с этой задачей справились единицы. Ну, более детально о ваших ошибках я, конечно, на примерах уже буду говорить и показывать всем, да. 45/43 вы пишете. 43 – это высота плеча, касаясь спинки. Напишите себе 45. Будет лучше выкройка. Не надо понижать на 2 сантиметра. Немножко подравниваем. Ну, даже не 43, напишите хотя бы 44. То есть высота плеча, касая по спинке, сделайте себе 44 сантиметра. Прибавка по груди 5. Я согласна. Мы не знаем, из какой ткани будем строить. Прибавку по талии вы пишете 2. Не надо 2. Сделайте 3 сантиметра. Не надо плотно по фигурке делать себя. Прибавка по бедрам. Сделайте себе 1,5 сантиметра. Будет хорошо. Не надо 1. Округляем до целого. Прибавка по охвату плеча 5. С этим я согласна. Да, выступающие годицы, асимметрия в плечах пока это не учитываем. Работа выполнена на 5, домашняя. 5 номер, Ольга. Значит, вид спереди. Такой прямоугольничек фигурка из себя представляет. Вид сбоку. Я бы сказала, небольшой выступ груди. Вид сзади. Тоже прямоугольничек. Узковатые бедра. Посмотрим, что по меркам. Да. По меркам у нас, вот так она выполнила домашнее задание. По меркам у нас 50, 44, 50, то есть это верхний тип фигурки. Дальше все нормально. 35 длина рукава, маленькая. Прибавка по груди. Давайте я буду говорить, какие нужно вам брать. Значит, напишите себе прибавку по груди 3, 4 виноват. Прибавку по талии напишите 3. Смотрите, какая фигурка. Нижний тип, широкие бедра. Давайте поймем, где и что нужно ей забирать. Есть выступающие ягодицы. Так, и третья фотография говорит нам, что у нас широкие бедра. Вот видите, сколько особенностей нужно вам, Танечка, записать себе. Значит, да, нижний тип. Вторая, третья строчка, четвертая нормально. Балансовые мерочки записаны нормально. И баланс всего 1 сантиметр. То есть фигурка у нас получается сутулая. Так, сейчас я вернусь и посмотрю. Не настолько она сутулая, насколько вы себе указали. Пожалуйста, исправьте свою мерочку ДТП на 45, чтобы ваш баланс был 2. В общем-то, у вас нормальная фигурка с обычной осанкой.